Это я. Нормально, нормально, нормально. Вот тут притормаживаем, вот тут притормаживаем. Аккуратненько. Давай, 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 не перейди. Давай. О, нет, пацаны. Куда? Туда же, давай туда же. Так, аккуратно. Раз, два, три, поехали. Раз, два, три. Паша! Рано выехал. Нет. А у меня скорости мало было. Пипец. Так, едем за Пашей. Ускорение. Давай, давай, сейчас такой. Не перекладывайся. Не перекладывайся, Паша, там не надо. Почему? Там надо посильнее ехать. Едем вправо. Всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с долгожданной рубрикой Skill Tester! Всем здорово! И наконец-то, ребята, много ждали, много просили, лайки ставили и получаем! Сегодня мы проходим нереально жесткую и сложную карту! Вот это реально не шутки, чуваки, потому что и прошло ее всего лишь 5% игроков! Ребята, проверяем свой скилл, сможем ли мы с Пашей пройти ее? Это очень мало! Это очень мало, это очень жестко, я скажу. Так, кстати, давай так. Мы ее стопудово пройдем, только вопрос, за сколько времени? Если мы успеем пройти ее за 30 минут, мы красавчики. Больше часа, мы, ну вы, значит. Так, едем я аккуратно. Я предсказываю 33 минуты и 45 секунд. 33 минуты? Мы что, ну вы что ли? Нет, я предсказываю, мы быстрее, чем за полчаса пройдем ее. Примерно за 29 минут 99 секунд. Давай я проверю. 29 минут 59 секунд. Паша, не старайся, желтопузый. Так, давай, пока давай, что гонка нормальная. Пока что у нас гонки, ребята, просто вырываемся на первую позицию. А вот тут начинается скилл-тест. Ой, посмотрите, чуваки, просто посмотрите. Он огромен. Так, кто ждал лайкос, вы обязательно ставьте, чуваки, а мы стартуем. Ой-ой-ой, главное не перейдеть. Нормально, нормально, ровненько. Все, врываемся в скилл-тест. Чуваки, подписку оформляйте, лайкос ставьте. Паша, ты что подрезаешь меня, иди сюда. Я не подрезаю, все нормально, давай, догоняй. Да, подрезал меня, чуть не улетел. Так. Вперед! Давай. А как ты летишь? Не понял. Погоди, тут какая-то стенка. Эй, мы не туда поехали. Ребята, я не понял, первое место горело. Давай, газуй. Так, нужно, походу, наверх и на стенку. А как на стенку попасть? На стенку надо попасть. А какую стенку? Я не увидел. Я думал, надо больше разгона. Да вот, ты не увидел. Вот стенка, смотри сбоку. Так. Надо попасть как-то на стенку. Надо попасть как-то на стенку. А! Вот перепрыжка! О, смотри, это троллинг! Нам нельзя наверх! Нас затроллили! Чуваки, это... Скилл-тест с троллингом! Нормально! Короче, надо где желтая полоска выпрыгивать, походу. Я это заметил, это спалил! Поехали! А многие не увидели, мне кажется. Многие сейчас будут падать. Так, вот тут. Опа! Вот туда! Давай, давай! Я не знаю! Почти! Ё-моё! Так, вторая попытка. Главное не взорваться! Опа! На колеса! Это трындец! Я говорю, вот! Вот почему только 5% людей могут пройти этот скилл-тест, это хардкор! Трындец! Сколько народу! Пацаны, в очередь! Так, куча мала! Проехал! Встаём в очередь, парни! А как? Как нам вылетать? Раз, два, три, вот так и вперед! Давай! Высоко! Я долетел! Ты долетел, вон он! Я смог! Ты чё? А я рыба, пингвин! Пингвин это не рыба! А я думал рыба! Так, чуваки, главное вылететь на желтый, вот тут, опа! Давай! Ну же! Сантиметр! Ура! Миллиметр! Так, ой, не нравится! Бери выше! Да я беру! Вот так! Уау! Трое прошло! Вы чё, пацаны, четвертое место! Так, чудак, красавик, это кто такой? О, а чё никнейм? Проглокчик! Нет, это невидимка, смотри, у него никнейм не показывается! Это Проглокчик, у меня показывается! Не знаю, у меня не показывается! Вперед! Так, тут у вас стоперы! Я знаю, что надо делать! Опа! Вперед! Да! Это сложно! А я прошел с первого раза! Я первый, пацаны, я первый! Пацаны! Так, с первого раза, давай, с первого раза, аккуратно, я аккуратно. Я прошел. Опа! Нет, главное не перелететь! Пацаны! Тихо! Там перелет, ты долетел? Да! Так, еще разочек, ребята! Вот этот скилл-тест мне нравится! Пацаны! Кто это? Нет! Я понял, в чем минус! Так, больше скорости! Смотри, раз, два, больше разгон! КамАЗ! ПВКДЕ! Давай! Какой таз! Так, смотри, наклоняем тачку и резко вперед ее! Вот так! Опа! Да!
Нет, вообще нет. А почему все налетели, а я один перелетел? Так, 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 ровно, 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 ровно. Вперед, фроглокчик, фроглокчик. Тихо, тихо, чуть-чуть я не приземлился. Так, Драк Рейсинг, кто быстрее? Третье место, давай, 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 давай. Я болею за тебя, Лёха, давай. Понял, у меня слишком быстрая тачка, поэтому она... Куда мне ехать? Пацаны, нет, я же почти проехал. Аккуратненько, ребята, красиво, вот так. Вот так, вот так и вперед. Давай, 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 давай. Все, все, вот без тормозов. Без тормозов, только вперед! Так, давай, так. Ребята. А что за летуны тут, пердуны, я не понял. Это я. Нормально, нормально, нормально. Вот тут притормаживаем, вот тут притормаживаем. Аккуратненько. Давай, 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 не перейди. Давай. О, нет, пацаны! Ловлю, пацаны! Сантиметре! Турбоскорость, чуваки! Давай, 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 шестое давай, место. Давай, ты смотришь, мы ловим тебя. Проехали, а я не могу проехать. Чуваки, у нас банда сегодня скилл-тестером с нами играет. Вот так, ловите, пожалуйста. Ловите жало! Да все, ловим! Идеально, да идеально я без вас долечу. Смотри, четко, 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 прямо в центр. Офигеть, я тут самый дубовый. Банда, вы что такие профессионалы играете давай, с нами? Давай, поехали, так, следующий вот элемент. Вот это, чудак, я за чудаком. Давай, 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 так, боком, я за тобой. Боком, боком. Ура! Все, ну тут изи, второе место горит. Пролетаем, пролетаем. Аккуратно, ветрячок. Паша, оторвай. Пацаны! Ты ж форсажник, иди отсюда, давай. Это не гонка, это скилл-тест. Турбоскорость. Так, ой, не нравится мне эта турба. Стопудово разворачиваться надо. Так, 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 вверх, 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 вверх. Надо искать ветряк. Оп, да, да, это разворот, это разворот. Так, так, опасно, поворот! Опасно. Поворачиваем, поворачиваем. Давай, разверните меня. Меня. Нет, у меня не получилось. У меня получилось. Да, получилось. О, у меня получилось. Тоже получилось. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, все, тихо. А тихо. Куда ехать? Ну-ка, ну, ну-ка, в обратную сторону, наверное. Давай, ты первый, я второй. А готов? Куда ехать, я не знаю, я боюсь. Куда, туда же, давай туда же. Так, аккуратно. Раз, два, три, поехали. Раз, два, три. Паша! Рано выехал. Нет. А у меня скорости мало было. Пипец! Попытка номер ту, чуваки! А то есть вторая. Едем за Пашей. Да, ну, давай! Главное, сейчас не улети мимо. А мне надо больше скорости брать. Не улечу! Нормально, нормально, ветряки. Ну, это вот самое легкое. Просто ветряки проезжать. Тут даже невозможно в них впиюриться. Там чувак выезжает аккуратно. Я видел, я заметил. Вот это разъехались. Там, короче, два пути. Мы выехали снизу, а там надо наверх. Там надо наверх, так аккуратно. Понял. Я отклеился. Нет, я приклеился. Фух. Главное просто, ребята, развернуться. Вот так. Отлично, отлично. Я спускаюсь вниз. У меня есть проблема. Я развернулся только. Опа. Только задом еду. Ву, все, 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 все. Я вниз, я вниз, я вниз. Я так. Уже на белой. Так, а я еще на красный. Там главное больше скорости надо набрать. Ой-ой-ой-ой, аккуратно, аккуратно. Готов? Аккуратно. Я нет, на белый, нет, снизу. Нет, 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 да, 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 да. Все, готов, готов. Раз, два, так. Три, поехали. Давай, я тоже. Раз, два, три, поехали. Давай, наверх! Давай. Приклеился. Так, наверх, наверх за Пашей. Опа, мы проезжаем, перекладка! Мы проезжаем. Какая? Нет. Перекладка нет, перекладка нет, перекладка нет. Я не смог. А я тоже не смог. Нет. Показываю, чуваки, профессиональный разворот. Так, главное в Пашу не впиюриться. Тебя в трубе нет? Давай, разворот. Смотри, смотри, с первого раза. Раз, два, три, опа. Вау, нифига себе. Я реально профессиональный разворот показал. Так, а ты проехал? Нет. Тихо, 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 тихо. Я врезался. Я так, так, я живу. Я живу, я живу, я живу, я живу, я живу. Давай, живу, живу. Круг делаем и погнали на максималочку. Паша! Леха! Паша! Леха! Паша! Леха! Паша! Леха! Профессионализм! Опа! Снова, ребята, делаем. Вот так красиво цепляйся. Так, 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 я тебя вижу, я тебя вижу. Ну-ка, я еду. Ну-ка, я тоже еду, только я надеюсь, мы проехались. Все, объехались. Аккуратно. Разгон. Я уже выехал с трубы. Разгон. А, ты а, это не ты, вот там желтый тоже выехал. Я тоже выехал, так. Так, я ниже, на ниже, перекладке. Точно, я и забыл про перекладку. Да. Так, ребята, перекладка, я перекладка. Прошел. А я тоже сейчас пройду, смотри. Опа. Давай, 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 давай. Прямо. Так. Нет. Нет, тренер, нет, 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 опа, формула, так, хорошо, повезло, 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 так, прошел нас, проблокчик и чудак, это что, скилл-тестеры с нами играют, профессионалы, красавцы, чуваки, респект, лайкос, именно этим чувакам, ускорение, да, ускоряться формулы могут, это мне нравится, ё-моё, ё-моё, только перекладываться надо в самый последний момент, а формулы же не по стенам едут, оп,
А тут надо или не надо? Надо и не надо. На формулах как-то труднее или легче наоборот? Они вроде приклеиваются, мне вроде кажется, отклеиваются. Немножко сложнее, потому что они давай. Фиговые. Да, да, у них колеса как рогатки какие-то. Так, едем прямее. Ой-ой-ой-ой. Нормально. Смотри, главная резкость. Тут главное резкость. Опа! Yes, of course or not. My wheels is bad. Is very, very bad. Смотрим, смотрим, как Паша показывает. Давай, Паша, ты профессионал. Давай, фига, а что такой быстрый? Так, давай, 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 давай. Так, я так тебя, значит, заложаю. Раз, и два, три. Опа! Нифига! До свидания. Ты видел, как я переложился? Я прошел. Профессиональная перекладка от Джела. Да, ты профессионал. Я тебя обогнал. Нет, ты меня обогнал. Давай, я прям сзади. Чудак, красава, давай. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа! Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно, прохладно. Ребята, пролетаем. Серьезно? Смотри. Это перекладка? Это перекладка? Или не надо? Перекладка? Нет, не перекладка вроде. Так, смотрим. Надо, смотрим. Не надо. Да, там не перекладывайся, а то это пипец был. Я чуть не переложился. Так, хорошо, смотрим, 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 смотрим. А тут перекладка. Ой! Профессионализм профукал! Хорошо, со второго раза мы путь уже выучили. Сейчас проедем, смотрите, аккуратно. Это я газую в первый раз, да, это ты я. Ты на четвертом месте получается. Так, едем за Пашей. Ускорение! Давай, давай, еще такое. Не перекладывайся! Не перекладывайся, Паша, там не надо. Там... Почему? Там надо посидеть ехать. Едем вправо! Ты улетел. А, тут перекладка, я вспомнил. Так, аккуратно. Давай! Так, где перекладка? Да вот тут перекладка на розово-белой. Едем за Пашей, чуваки. Давай, давай. Ю-ху! Я, короче, проверю, правильно ли ты проезжаешь эту трассу. Так, хорошо, правильно, хорошо, правильно. Хорошо. Едем, едем, прям сзади. Да, бери, вот, да я не беру, я притормаживаю, не боюсь-то. Так, испугался уже. Так, 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 правильно, ровно. Ловишь, вроде все ровно. Я молодец. А вот тут начинается капец, трындец, ребята, пипец. Так, 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 так. Опа! Опа! Да как ты это делаешь? Ты что, все проехал? Не прошел? Я прошел. Нет, а меня занесло. Самое сложное для меня именно перекладки, чуваки. Перекладки у меня трындец как не получаются. Да хватит! Дрифт! Он ездил, он не сдавался. И он пройдет именно сейчас. 3, 2, 1. Смотрите и учитесь. Первый неповторимый перелетчик, космолетчик. У меня появилась тактика. Нужно просто медленно и плавно. Медленно и плавно. Плавно и медленно. Давай, кубик из Майнкрафта. Да это не работает. Новая тактика. Быстро и резко. Быстро и резко, ребята. Быстро и резко. 3, 2, 1. Быстро и резко. Опа! Что? О, наконец-то! Я так и планировал! Вот так и планировал! Это была моя задумка! Ударится колесом и приклеится! А вот давай это! Его скинем, пацаны! Повезло, так повезло! Быстро и резко! Стой, чекпо, это не было! Испугался! Пацаны, 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 пацаны! Вы что, дайте мне машину! Все, смотри, с первого раза. Вот докажу, что я не нуб, докажу, что я не нуб. Опа! Так, 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 так. Давай, нуби, мы верим в тебя. Это перекладка? Нет! Это перекладка! Почему перекладка? О-о-о-о-о! Молодец, да, едем дальше, перекладка! Вторая перекладка, какого фига? Нет, пацаны! За что тут перекладки? Мне просто нужно научиться перекладываться! Давай, 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 давай! Вот с первого раза получилось же! Опа! Оп! Легко, конечно! Так, 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 ну, кстати, да, легко, легко! Вот первая легко, вторая будет посложнее! Цепляйся! Почти! Вот тут просто нужно раньше выпрыгивать. Вот тут выпрыгиваем и все, летим, летим. Да! Главное, легко и просто. Чем раньше, тем лучше. Чем раньше, тем лучше. Опа! Ого! Вот опять же, первая выпрыгивается легко и просто. А вот вторая, мне нужна тактика резкость. Тут резкость нужна. Раз, два, три. Там все легко, давай! Оп! Проезжаем первую идеально. Вот так, только не на крыше, пожалуйста, спасибо. О, я испугался. А вот тут нужна резкость, нужна резкость. И резкость, вот она, резкость. Не подым, не подым, не подым. А что тут делать? Держимся. Тихо, что тут надо было делать? Так, вроде я все нормально делаю. Вверх, просто вверх, да? Там ничего не будет подлянуть. Просто вверх. И вниз. Здорово, пацаны, третье место. Опа, а ты где? Ты не проехал? А я еду тут. А, ты уже дальше проходишь. Давай, давай, догоню, догоню тебя. Так, едем. Ну тут по идее, да ну нафиг, гигантские перекладки. Гигантский перелет. Гигантские перекладки. На, на. Я посмотрю траекторию пацанов. Вот пацаны, яу. Читерные, читерные пацаны с нами играют. Читерные пацаны играют. Паша, на оранжевой тачке читер. Смотри, офигеть. Он бустами, ускоряется. А мне кажется, это вообще не наш подписчик. Да, это не наш подписчик. А кто это с нами играет? Так, раз, вперед. Хейтер, бейтер, так, 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 так. Он, смотри, мешает, мешает. Так, вот тут, ребята, надо вверх. Давай, 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 давай.
Ну хоть бы коснулся, я не знаю. Тактика, паровозик! Давай, давай, не оставайте, пацаны! Паровозиком, паровозиком, так. Вы притормозите, стартанули, родители! А что это мы тормозить будем? Мы вас не ждем, жигулисты. Опа! Смотри, смотри. Тактик, паровозик. Короче, каждый берет ускорение друг от друга, и мы идеально вылетаем! Давай, 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 давай! А как сантиметра, упали? Сантиметра не хватило! Я уже пятый, уже четвертый. Так, едем аккуратно. Вот тут надо просто с угла на угол, с угла на угол. Третий! Я буду болеть за вас, пацаны! Болей, болей, болей! Нари, выздоравливай только так, аккуратно. И с угла на угол! Давай! С угла на угол, с угла на угол, с угла на угол! В смысле? А что так? Можно было отклеиться, что ли? Короче, тактика номер два, ребята. Берем, сзади пристраиваемся. И чуваки пакет раздают ускорители. Смотрите, вот так, в карман. Аккуратно. Берем от них ускорение и летим, летим, летим. Ой, 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 ой. Я слишком большой пакет взял. Слишком большая скорость. Нет, пацаны! Офигеть, я буду лететь, если бы меня не подрезали. Ай, пацаны, меня подождите. Блин, не успеваю пакет от них брать, они уезжают быстро. Так, ладно, давайте, короче, пакета. Я понял, все дело в скорости. Чем быстрее мы едем, тем быстрее вылетаем. Вот, 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 вверх, 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 вверх и вверх. Давай, 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 давай. Идеально. Скользюшка словилась. Хорошо падаешь. Ладно, чуваки, попробуй своими силами аккуратно проехать. Без помощников, так сказать. Вот так. Давай, перекладочка, помощник. Перекладочка, перекладочка. Yes. Ровно, ровно, ровно. И наверх! Лети, лети, долетел! Лети! Да, долетел. Да, долетел вообще изи. Лечу, пацаны! Да! Пока! А что, не сказал, что там дальше лететь надо? Я сказал наверх. У меня, чуваки, новая тактика. Снизу вверх. Надо прыгать снизу вверх, снизу вверх. Аккуратно вот снизу едем. И теперь резко вверх. Давай, 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 давай. Вот! Вот она, вот она. Тут опять снизу и вверх. Вверх, да-да. Аллилуйя, ловим, пацаны. Аллилуйя. О, приспавнимся. Все, наконец-то. Капец, ну это 43 минуты. Ладно, чуваки, вот если честно, мы друг друга ждем. А вот если бы мы не ждали, мне кажется, прошли бы реально быстрее сегодня. Нет, ну нет. Паша Зарянчик. Перекладка. Эх, я впендюрился. Так, ну смотри, нас сегодня 6 человек. 6 человек дошло до финала и финиш. Я вижу финиш. И даже Васька. Ну вот жесть началась у меня. После перекладок. Вы что делаете? Пацаны, вы капец! Вы если бус берете, хотя бы притормаживаете там, я не знаю. Так, Паша, я за тебя еду. Так, ровно, 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 ровно. Перекладочка, давай, на колесах. На двух колесах. Еее. Так, тут. Нет, так, я понял, я понял, я понял, я понял, я понял, я понял, сработало. Там перекладка будет. 5-25, ненавижу перекладки. Там сколько перекладок? Одна! Все, одна! То есть после крыши будет вообще легкотя, по идее. Так, 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 ровно приклеиваемся. Да, там все легко! Давай! Да, я говорю, там легко! Вот нет, хотя нет, ну, я перекладки нет. Ну ты дай, переложился, а я вот не могу. Так, раз, два и опасно. Давай, 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 давай. Одна перекладка резкая, значит, вторая перекладка правная. Ой, правная, плавная. Так, делаем плавно, делаем вот вторую плавно. Вторую надо плавно, первую резко. Давай, ты смотришь. Вот. Вот, вот, вот. Ой, плавно, 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 плавно. Плавно получилось. Меня сбивает, просто смотри. Одна резкая, другая плавная, третья медленная, средняя там быстрая какая-нибудь. О, пацаны. Держись, держись. Так, тут у нас финиш. Финиш? Финиш? Ура! Финиш? Так, финиш. А где он? Он снизу. Ну-ка, ну-ка, кто возьмет финиш? Так, Паша, давай, давай. Падаем вниз. Падаем вниз. Мне кажется, ты летишь ровно или криво? Так, 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 ну, так, 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 так. Ну, ровно. Я бы хотел чуваки, ровно. Ну, получается, сегодня мы прошли за 50 минут. Надеюсь, лайкосом вы поддержите этот ролик, и мы берем финиш. Да. Кому понравился, однозначно лайкос. Мне в комментах напишите любой комментарий, чтобы получить сердечко от меня на халяву. Первые 2 часа. Ну, а с вами был Джайл Блэзин, скилловые подписчики. Всем удачи, всем пока. Всем пока, народ.